Всем привет! В эфире GameZone, программа о компьютерных играх и виртуальных развлечениях. Сегодня открываем новый сезон. Могу пообещать, что в нем вас ожидает еще больше игрушек и хит-парадов, чем прежде. А также я приготовил для вас кое-какие сюрпризы. Но об этом чуть позже. Начинаем же мы, как водится, с новостей индустрии. Кинокомпания Paramount Pictures приобрела права на экранизацию новой видеоигры от Midway Games под названием «Зона 51». Продюсером фильма станет Кристин Петтер, а помогать ему в этом нелегком деле будет сама Midway. Никакой информации о том, кто сыграет главного героя, пока не проскальзывала. Однако есть шанс, что эту роль исполнит Дэвид Духовный. Ведь именно его компания-разработчик пригласила озвучивать протагониста. Еще одну роль в «Зоне 51» озвучивает рокер Мерлин Мэнсон. Возможно, и ему найдется тепленькое местечко в кинопроекте. Самое время разыграть диск от нашего партнера CD-центра Gigabyte. Вот эта игрушка Worms 3D прямо сейчас достанется одному из вас. При условии, что вы первым пришлете правильный ответ на вопрос на пейджер редакции «Алтайгриф», абонент «Вечерний экспресс». Внимание, какая команда девелоперов взялась вернуть к жизни этот бородатый хит? А далее в программе рубрика «Game Leader». Тройку лидеров на этой неделе замыкает The Singles — сим-клон от немецких игроделов Deep Silver. Выбрав двух из 15 персонажей различной наружности и личностных качеств, вам предстоит играть роль перманентно флиртующих соседей по квартире. Помимо любовных утех незадачливой парочки, нужно будет также зарабатывать средства к существованию и обставлять жилище. Неплохой 3D-движок, скрупулезная проработка окружения и геймплей в лучших традициях симов. Отличная игра, с которой можно скоротать время до выхода The Sims 2. Золотую середину занимает, пожалуй, самый явный претендент на звание РТС года — футуристический мега-блокбастер из далекой Швеции — игрушка Ground Control 2. Действие сиквела происходит через 300 лет после событий, отраженных в оригинальной игре. В вашем распоряжении по одной кампании за каждую из двух воюющих сторон. Невероятные тактические возможности, достойный искусственный интеллект противника, огромное разнообразие миссий. Прибавим к этому уникальный графический движок и просто-таки потрясающий звук. На выходе имеем вполне внятный РТС-шедевр. В эпицентре внимания самый долгожданный сиквел из всех сиквелов. Детище культовой ID Software, икона поколений, Doom 3. Игра, ставшая легендой задолго до релиза. Брутальнейшие скриншоты, некогда перевернувшие сознание как обывателей, так и девелоперов, теперь наверняка будут печататься в школьных учебниках. Мало кто верил, что эта игра вообще когда-нибудь выйдет. Но вот она перед нами. Мессия пришел. Немыслимая трехмерная графика, звук, поражающий воображение, а геймплей и говорить нечего. Doom 3 — это игра, проходящая по категории «Иметь обязательно». В нее стоит играть уже из-за одного названия. Все игры, которые вы видите в нашей программе, можно без труда найти в фирменных отделах компании Gigabyte, адреса которых вы видите прямо сейчас на своих экранах. Помимо огромного ассортимента игрушек в отделах Gigabyte, вы также найдете впечатляющий выбор софта, музыки и фильмов на DVD. Движемся далее. Приступаем к знакомству с игрой, которая вернула достоинство имени Quest и вдохнула жизнь в увядающий жанр адвенчур. Если вы еще не догадались, то я говорю об Ауре. Наши бывшие соотечественники из малоизвестной канадской компании Streco Graphics на деле доказали, что ортодоксальные квесты а-ля Myst еще могут тряхнуть сединой и заинтересовать немалую аудиторию любителей адвенчур. Издать сей опус взялись The Adventure Company, которые вдруг решили, что Аура достойный наследник покрывшегося мхом жанра квестов. Сюжет игры повествует нам о загадочной таинственной истории о четырех кольцах, дарующих магическую силу, безграничную власть и, само собой, бессмертие тому, кто ими обладает. В поисках этих самых колец вам и придется путешествовать по четырем параллельным мирам. Приключение начинается в Академике, мире таинственных магических исследований и загадочных ритуалов. Каждое найденное кольцо открывает для вас новые возможности и порталы для путешествий к другим мирам. Каждый из них удивительно самобытен. Фантастические задники, на создание которых, похоже, и ушел весь бюджет игры, дополняются неповторимой атмосферой. Драгаст — механический мир царства науки и техники. Тиексу — экзотический мир астрономии и магии. Посетив каждый из миров и собрав кольца и другие атрибуты всевластия, отважному протагонисту предстоит отправиться на остров Единения для того, чтобы объединить артефакты и получить долгожданную магическую силу. Оригинальный фэнтезийный сюжет, интуитивно понятный интерфейс, оригинальные интересные головоломки и удивительный амбиентовый саундтрек. Все это аура судьба веков. Торопитесь, богатая интригами, мистикой, загадками сага ждет вас. Далее переходим к консолям. Я жду вас через минуту в блоке игр для видеоприставок.
Вы смотрите телевизор, слушаете музыку или работаете за компьютером и никак не можете оторваться. Знаем, вы побывали в Гигабайте. Широчайший ассортимент самых качественных видеофильмов, компакт-дисков, DVD, программного обеспечения и обучающих программ. Новые поступления каждую неделю. Компания Гигабайт, строители 16, КДМ Маркет, Красноармейский 64, торговый центр Майский, Новоалтайский, Октябрьская 13. Зайди, засиди. Если вы любите комиксы, то наверняка знакомы с игрушкой Comics Zone для 16-сильной Sega. Если вы по какой-либо причине упустили эту игру из виду, советую прямо сейчас начать знакомство с ней. Все мы когда-нибудь мечтали попасть в удивительный мир фантазии без оглядки на то, что это может оказаться вполне опасным предприятием. Не думал так и Скетч Тернер, художник комиксов из Нью-Йорка. Сидя в своей маленькой квартирке на 23-м этаже огромного небоскреба где-то на Манхэттене, он рисовал свои книжки, отдавая любимому делу все свободное время. И вот в один чудесный дождливый вечер его фантазии обратились в реальность. Рисованный злодей в ковбойской шляпе порвал тонкую грань реальности и фантазии, заключив Тернера в рисованный мир собственных же комиксов. Игра вышла в свет в 95-м. К тому моменту Mega Drive доживала свои последние месяцы как лидер рынка приставок. Разработчикам из Sega удалось наконец показать все возможности графического движка этой платформы. А прекрасный гранжевый саундтрек и оригинальное исполнение уровней превратили эту игру в произведение искусства. Поиграть в Comic Zone стоит, поверьте, вы не пожалеете. Сумасшедшая новость для всех фанов консолей. Теперь приставка PlayStation 2 продается вместе с портативной видеокамерой, iToy и комплектом софта для нее. Это чудо вы найдете только в отделах компании «Мир видеоигр». Кроме всего прочего, там представлены самые хитовые игры практически для всех существующих консолей. Адреса магазинов на ваших экранах. Ну а мы движемся далее и переходим к знакомству с игрушкой Jake 2 для платформы PS2. Вне сомнения, разработчики из Naughty Dog всегда были козырем в руках Sony Computer Entertainment, но на этот раз они превзошли даже самые смелые ожидания порядком искушенных геймеров. С первых минут игры становится ясно, что девелоперы не сдерживали себя жанровыми рамками и экспериментировали на полную катушку. Их новое творение представляет собой драйвинг-адвенчуру — прекрасный платформер с безукоризненным стилем, продуманной игровой механикой и мощным сторилайном. Jake 2, по сути, умелая и в меру ироничная пародия на Vice City с летающими авто и стремительными погонями по узким улицам футуристического мегаполиса. Главное здесь — это умение перескакивать из горящего авто в негорящий, попутно освобождая место водителя от незадачливых чайников. Вооружение героя состоит из множества контактных атак, деструктивного вращения волчком и прыжков сверху. На сей раз желтоволосый ренегат имеет в своем арсенале также немалый выбор оружия огнестрельно-разрывного характера. А для поклонников трэша разработчики добавили возможность приложиться к чьей-либо голове холодным прикладом немалых размеров. Вы никогда себе не простите, если пропустите головокружительные бои с сордами неприятеля, участие в гонках на ховербайках, десятки пазлов, а также катание на парящей доске в лучших традициях Tony Hawk Pro Skater. Ультрасовременный графический движок, легкость управления, колоритные персонажи и вагон черного юмора. Что еще нужно счастливому обладателю Sony PlayStation 2? На сегодня все. Жду вас через неделю на канале Экспресс. Время встречи прежнее. Пока!